как бы это печально ни звучало, и в то же время вроде бы сердито, и вроде бы неприлично, но это 134-й лифт, в котором я сру дважды. И главное, что даже если он продефицировал своим огнем лифт, я все равно в нем насру. Смотри. Круто. Да, смотри. Да, круто. Написано «СКАФ». Я не могу его разбить, сука. Я настолько пьяный. Мачу-ку-ку. Неужели я обманул зрителей, и мы все-таки будем срать на лестнице? Ну, посрем. Но если я лезу последним, то я получаю, получается, сру на твою голову. Да. И тебе приятно? Ну, не знаю. Не очень. Если ты не знаешь, то я отвечу вроде бы за тебя. Короче, я бегу вперед, похуй. Ты ящик пропустил? Похуй. А я их убью. Я не могу. Пиздец. Бежим. Бежим. Куда? Не знаю. Бежишь? Куда? Хуй знает. Реально, куда? Охуеть. Я один не понял, что произошло. Я тоже нихуя не понял, какая-то хуйня, блядь. Слышь, кто-то срет. Я слышу, что я сру в этом случае и я. Потому что я нихуя не понимаю, что происходит. И как только я слышу страх, я сру в два подгузника, поэтому я не могу их поменять. Толя, подотри мне и поменяй мне их. Ты в силах это сделать? Да. Ну чё, нормально? Да, большое спасибо, Толян. Ты настоящий друг. Ты помог избавиться от микробов, которые меня тревожили буквально секунду назад. Охуенно. Но я до сих пор обосранный. Ты мне подотрёшь, нет? Да, спасибо. Ты продефицировал меня. О, сохранение. Это мой неудачный плод. Убей его. Не бойся. Не бойся, попку раскрой пошире и не бойся. Тут бота, кстати, надо высаживать вроде, нет? Не, мне говорит внизу. В этой комнате, кстати. Но она закрыта. Ага. О, у меня аптечек нету, надо взять еще.
Так. Еще один лифт. Будешь срать? Да. А есть? Да. Не видишь? У меня просто уже... А где? Во. Я пришел с будущего. Зачем ты пришел, Терминатор? Коннор, я пришел срать в лифтах. Я сделаю это. Коннор, сядь и сри. Успокойся, просто сядь и сри. Коннор, не ходи. Не ходи вокруг да около. Не нервируй мои нервы. Я Терминатор. И то, что я говорю, ты должен это исполнять. Сядь и просто сри. Доверься, брат, доверься. Ты просто обязан сесть и срать. Это спасет человечество. Что спасет человечество? Проклятые хуи. Что происходит? Не знаю, я посрал. А у тебя что происходит? Я не знаю, не вижу, непонятно. Пиздец. Блять, он умирает? Нет? Какого хуя это было? Это была жопа из космоса. Застрели меня! Я не хочу жить в этом мире. Переводи, что они говорят. Достань гипердвижок и засунь себе в жопу. Хорошо, достаю. Засламываю, помоги. Мне нужна сзади помощь. Ты обязан мне помочь сзади. Он вошел. Толян, он вошел. Охуенно. Правда? Мне можно встать? Он правда вошел? Вставай, операция закончилась. Я себя очень плохо чувствую, это нормально? Ну да, какое-то время будешь отходить еще. Куда отходить? В туалет. Но я не вижу туалет, но меня очень тянет блевать. Это нормально? Да. Это очень хорошо. Я обблювался, но... И тут же просрался. Как ты на это смотришь, доктор? О, хорошо. Но
Ну что хорошего, доктор? Я же блюю и сру под себя. И это очень хорошо. Все проходит. Все плохое выходит из твоего организма. Организм да, очищается. Оно выходит прямо на меня. Есть хорошо. Организм. Я весь в говне, и вы называете это хорошо. Организм очищается. О, сохранение. Ты предлагаешь мне побухать? Ну, не знаю. Только 10 минут прошло. Я еще записываю. Но, доктор, я ваш пациент. Почему вы предлагаете мне побухать? Спирт помогает крови циркулировать в организме. И от этого организм лучше работает. Я понимаю, но почему вы меня прописали пить сперму? Я боюсь дверь открывать, я не знаю, что там за дверью. Я не боюсь, я готов. Просто. Просто. Доктор, вы знали, что вы просто сыкло? Ну, я писаю каждый день. А если я какаю, то кто я? Какло. Я какло? Я как лох. Я какаю лохов. Я вчера обкакал двух лохов, и я не почувствовал удовлетворения. Доктор, почему? Потому что нужно еще покакать два раза. А на что? На жопу. На чью? Женскую, красивую. А вы мне предоставите, доктор? Ну, не знаю. А кто же должен знать? Доктор, я поимел 25 тысяч партнерш, и ни одна из них мне в итоге не предоставила. Что же мне делать? Еще одну поиметь. Но это может закончиться плачевно, потому что я практикуюсь врачом-гинекологом. В итоге, понюхав 50 тысяч всяких женских, я понял, что жизнь говно. Как мне жить дальше? Ну, надо смириться с этим. С чем? С тем, что жизнь говно. Но как быть с тем, что я понюхал 50 тысяч женских писем? Ну, как быть? Не знаю. Какой же вы доктор? Вы же просто распиздяй. Да. Вы доктор чего? Доктор Dead Space. Который начинает свое увлечение путешествия с анала. Еще один лифт будешь срать? Это поможет твоему организму очиститься? Да, с удовольствием. Дорогие друзья, я понимаю, что я вас дико заебал. Не я делал эту игру. Это 137-й лифт, в котором я сру. И я не просто сру. Я реально сажусь и в нем сру. Толян, вот ты же подтвердишь мои слова? Да, да мы вместе срём, вместе с напарником. Вот-вот-вот. В итоге получается, что все лифты, пройденные нами, обосраны не только мной, но еще и моим напарником. Да, напарник срёт тоже. Вот-вот-вот. Это говорит о том, что у разработчиков явно очень маленький ум, делая больше половины процента игры тупо лифты, в которых нам нечего делать, кроме как срать. И мы в них срём. Все, что нам остается в этой игре, это ехать на лифте и тупо срать. Реально. Каждые 2 метра новый лифт. Толян, ты не согласен? Ну, конечно, одни лифты, одно сранье, и вся игра в этом заключается. Это смысл игры. Такие у нас
современные игры еще DLC выпускают, и там то же самое лифты, где можно срать, только такие игры выпускают больше. Да, я понимаю современные игры, я понимаю, что разработчики берут деньги за какие-то кусочки DLC, но смысл игры срать в лифтах — это настолько же унизительно, как говорить тост о том, что ты пьешь за правое яйцо. То есть, это просто бред. Ты со мной согласен? Да. То есть, я знаю, насколько Толяна, настолько простолько, постолько, поскольку. Когда он чавкает, значит, что я прав. Потому что ему ответить нечего, а значит, что он думает о том же, что и я. Когда вселенная ничтожна, она дает о себе знать, создавая гороскопы, а при этом человечество, насекомых и животных, когда они задаются вопросом, в чем смысл жизни, а в том, чтобы срать в ебаных лифтах. И мы срем уже в 137-м лифте. О чем это говорит? У разработчиков нету просто идеи. И они просто выжимают деньги на, блядь, тупом DLC, где повторяются одни и те же локации. Но просто меняются ебаные эффекты. Я прав? Конечно. Тогда мы встаем и продолжаем играть. Чё проблема? Ну, поехали тогда. Я не могу встать, у меня жопа большая, она меня перевешивает. Я теперь до конца игры буду сидеть. Пиздец. У меня яйца перевешивают мою жопу, поэтому мне придется за тобой ходить гуськом. Я когда-то ходил в школе так же гуськом, но я не думал, что это повторится вновь и вновь. И я обязан ходить с тобой гуськом. Толян, у меня очень тяжелые яйца, помоги мне. Толян, это не помогает. Ну, не знаю, это да. Это лишь усугубляет мои женские потребности. Смотри. На что? Там ящики. Где? О. Круто. Что происходит? Ты чё? Нас просто и будут жопу, чё проблема? Ты чё сделал? Я ничего, меня убили. Как тебя убили, ты чё? Я не был сосредоточен на этой хуйне правого яйца. Тебя прет. Я в Silent Hill'е, охуеть. Ha ha ha.